как совместить велопрогулку с друзьями и съемки видео для ТикТока. Как проехать несколько локаций и не убить на это целый день. Я все придумал, поэтому собираемся и поехали. Точка отправления – стадион «Динамо». Это самая большая спортивная арена в Беларуси, которая вмещает в себя 34 тысячи человек. Она работает уже более 80 лет и неоднократно реконструировалась. Шикарное место для начала нашего веломаршрута. Но для того, чтобы отправиться в путь, нам нужен велосипед. Поэтому погнали его искать. Давайте поможем Данику найти велосипед. Наша следующая остановка – парк 40-летия Октября. Именно тут в 1944 году прошел первый партизанский парад Победы. Но мне парк интересен множеством ярких локаций для ТикТока. Пока крутил педали, устал. А хорошо, что в парке есть скамейки, можно посидеть отдохнуть. А вы пока посмотрите, как тут красиво. Силы восстановлены, и мы с вами можем начинать снимать видео для ТикТока, так как у нас с вами все-таки тиктокерский веломаршрут. Но мне для этого нужна помощь эксперта по ТикТоку, Мария Михалевич. Наша, как сделать крутой ТикТок-ролик? Ну смотри, во-первых, выбираем тему. У тебя это веломаршрут, значит, и ТикТок тоже сделаем на эту же тему. Во-вторых, используй в своей съемке вместо штатива подручные предметы. Какие-то на лавочку можешь телефон поставить, там под дерево тоже подойдет. Это все для того, чтобы снять разноплановые видео. Где-то крупный план, где-то общий. И когда ты сочетаешь такие картинки под красивую музыку, все получится круто. Маша, спасибо большое за помощь. Мы с ребятами продолжаем наш маршрут и едем на следующую крутую локацию. Увидимся, пока. Да, удачи. Наша остановка – легендарный центральный детский парк Горького, торжественное открытие которого состоялось более 200 лет назад. Раз уж в парке Горького есть аттракционы, то, извините, я не могу себе отказать в удовольствии на них и не сходить. Поэтому я очень быстро, а вы пока подождите. 5 minutes later. Вот так и закончился мой веломаршрут. Он был разным, веселым и грустным, солнечным и дождливым. А ты хватай друзей, прыгайте на велосипеды и отправляйтесь по моим следам. До встречи!